Друзья, очень рад вас приветствовать на канале «Таежные приключения». В этом видео я хочу рассказать о своих новинках, которые приобрел в этом году к весенней охоте на гуся. В многих регионах, конечно же, охоту закрыли в связи с этим коронавирусом, но мы не отчаиваемся, мы будем готовиться к следующей охоте. Ну а у ребят все-таки в некоторых регионах пошли навстречу и охоту открыли для местных жителей. Поехали! Ну и в первую очередь, конечно же, я хочу рассказать о своей новой засидке. Вот такая вот засидочка, 1,5 на 1,5 метра от фирмы «Пингвин». От этой фирмы у меня уже есть очень классная палатка зимняя. Вы уже не раз ее встречали в моих видео, когда мы ездили не в избушку, а куда-то так вот на снегоходе. Мы ставили палатку и очень отлично в ней ночевали. Я решил приобрести вот такую вот засидку именно от этой фирмы. Увидел, посмотрел на их сайт и увидел вот такую вот классную засидку. Очень интересная конструкция, друзья. Ну и, конечно же, очень качественная ткань. Сейчас я расскажу вам более подробно, сделаю такой обзорчик на данную засидку. Друзья, ну и какое же самое главное удобство в этой палатке? Это откидывающаяся вверх прозрачная сетка, которую очень легко при подлете гуся откинуть. Сейчас я вам покажу. То есть вы сидите внутри палатки вдвоем, здесь напарника спокойно можно разместиться, да, и видите подлетающего гуся, да, то есть либо в окошке прозрачной, либо наверху в сетку видите, гусь вас не видит. Гусь подлетает, идет на посадку, вы даете команду. Огонь! Легко откидываются окна, и вы можете вести огонь спокойно. Выскочили, ничего не мешает, очень хороший обзор. Ваш напарник может то же самое откинуть здесь вот соседний, вот смотрите. То есть здесь я откинулся, да, вот откинул ее, получается, вниз. Здесь, например, сидел ваш напарник, и он также быстро может. Вы дали команду огонь, он откидывает, и также пошел, все. То же самое. Вы здесь стреляете, ну, напарник здесь, например. То есть у него здесь зона, у вас здесь, да, сектор обстрела, у напарника здесь. Очень удобно. Отстрелялись, быстренько взяли, закрыли обратно сеточку сверху. И все, все закрыто. Надо вам опять. Гусь пошел. Огонь. Все, вы уже стреляете. Сектора хватает для обстрела. Очень удобно. То есть получается, вот мой рост. У меня 1,80 м. Я встаю спокойно. Ну, Евгений Иванович, я пониже, тоже, в принципе, он может спокойно, ему будет все видно хорошо. Это главное удобство палатки. Поехали дальше. Есть вот такие вот специальные от дождя тоже закрывашки на окна. То есть здесь сетка, да, она прозрачная, защитная, тоже видно все очень хорошо. И можно закрыть, если вдруг дождь, вот так вот, такими на липах, они уже не прозрачны. Ну, и они сворачиваются, смотрите, то есть можно будет вот так вот, она если мешает, но не нужна, наверное, лучше в другую сторону сворачивать, чтобы защитный все-таки не белое было, наружу, а защитное. Вот так вот сворачиваем эти окошки, если они нам не нужны. И здесь есть специальные для них пуговицы крепления, то есть чтобы зафиксировать в свернутом состоянии данную защиту от дождя. Сейчас вот мы ее закроем, потому что она в данный момент уже не здесь не нужна. И здесь остается у нас вот такая вот сетка, она прозрачная, в принципе все видно изнутри, очень даже хорошо она просматривается, эта сетка. И можно, если вверх не нужно стрелять, она также спокойно откидывается, вылазишь и стреляешь. Если, например, подсели гуси уже к вашим чучелам, вы бьете не в лед, а бьете уже на посадке, да? Вот, посмотрите, друзья, ленты. То есть они по всему периметру засидки. Вот такие вот ленты сделаны. Вот они. Вот, вот. То есть сюда можно наломать таких же веточек, вот как мы же с Евгением Ивановичем делали, да? Полностью делали, когда засидку из сосны. Можно сосновых веток просто наломать, наставлять по всему периметру засидки. И она будет у нас
более замаскирован, видите, да, по всему периметру. Друзья, что еще есть очень здорово, например, пошел дождь, да, вот мы сидим, у нас крыша такая, она как бы здесь просто сетка, конечно, будет все проливаться. Предусмотрено в этой засидке крыша, отдельно она в карманчике здесь лежит, вот смотрите, такая крыша, которая одевается очень быстро, просто за минуту там она одевается, накидывается, бегом вышли изнутри из засидки, пошел дождь, накинули ее вот так вот, да, наверх, откуда-то вот здесь липучки, раз, быстро, наверх накинули, липучки прищелкнули, все, дождь уже не заливает, эти окна тоже взяли, распустили, и сидите просто как в палатке, очень здорово и очень удобно, вообще, конечно. На самом деле палатки фирмы Пингвин и вот эта засидка мне очень нравится. Не знаю, друзья, как она будет. Кто-то мне писал, что гусь видит, как бы там, да, она бликует на солнце, что такое. Ну, в любом случае мы проверим, как она работает. Мне кажется, будет работать очень хорошо. Вот эти вот есть все-таки карманчики, такие ленты для сосновых веток. Мы ее очень сильно замаскируем. И будет, мне кажется, отлично работать. Тем более с чучелами от фирмы Norway. Гуси просто, мы даже не ходили, если честно, Женя забирал, шел там добычу, да, гуся, я продолжал манить, гуси подлетали, не боялись, даже Женю просто начинали кружить там над ним, да, выискивать место для посадки. Поэтому, ну, всякое бывает. В общем, в любом случае мы будем проверять, и мне кажется, намного удобнее сидеть вот в такой вот засидке, где нет ветра. Каркас здесь, друзья, композитный, и он очень качественный. Производитель дает гарантию на каркас палатки бессрочно. То есть, хоть оно у вас 10 лет, сломается что-то в каркасе, производитель полностью вам восстановит его. То есть, гарантия на него без срока, на сам каркас композитный. Ну и материалы, да, материалы, я уже говорил, здесь они очень качественные. И я просто доверяю этому производителю. Я думаю, что эта засидка будет служить очень-очень долго. Друзья, ну еще в этом году к своей стае мы приобрели с Евгением Ивановичем еще один комплект муляжей от фирмы Northway. С этой фирмой мы работаем уже третий год подряд. Приобретаем у них потихоньку муляжи для своей стаи. Очень все нравится, друзья. И я просто удивлен, как гусь идет просто на эти муляжи. Можно даже не манить. Прилетающий гусь садится, не боясь ничего, начинает делать облет и заходить на посадку. В этом году, друзья, я приобрел немножко другой, как бы, от этой же фирмы, да, муляж. Это SoftPlast 3D. До этого я просто брал SoftPlast, он сделан из более мягкого пластика. То есть там нужно было надувать, да, муляж, закрываешь все дырочки, которые есть. Надуваешь муляж, и он надувается и плотно стоит, да. Этот 3D из более твердого пластика. Здесь есть вот такое вот, друзья, отверстие, за счет которого мы распрямляем. То есть он вот так вот внутрь сминается, да, и вот в таком вот виде транспортируется. Пришли на болото, надувать ничего не надо. Мы просто его распрямляем, вытащили ножки как нам надо, они убираются внутрь, на какую надо длину, да, то есть там. Когда при перевозке, вообще их можно убрать внутрь полностью. Вот. И они стоят, и более как бы они так выглядят похоже, натурально, да, на гуся. Вся прорисовка, посмотрите, какая перьев. Каждого перышка прорисовка есть. Покрытие антиблик. Очень мне нравится. Решили вот мы такими белолобыми гусями расширить нашу стаю, друзья. В комплект входят 6 кормящихся гусей, 2 сторожевых и 2 отдыхающих. Вот видите, в данный момент так кормящийся гусь. Вот это вот отдыхающий гусь. Ну и здесь еще есть в комплекте сторожевые. Приходят они вот в такой вот коробочке, 10 гусей. Свернутые аккуратно, посмотрите. Каждый свернутый об отдельный пакетик муляж. Вот так вот выглядит, да. И еще такой вот есть полиэтиленовый фиксатор. Вот, пожалуйста, это тоже отдыхающий, быстро распрямляется. Вот так вот рукой изнутри, да. Вставляются ножки. Ну, давайте вместе с вами сейчас соберем этот муляж, да.
Вставляется очень легко. Вот я уже вставил одну. Так, вставил другую. Почти. Вот, вставил другую лапку, да. И еще идут в комплекте вот такие вот стекловолоконные стойки, да, они вставляются здесь внутрь, есть еще отверстие. И здесь вот вверху для фиксации вот так вот резиновая такая втулочка, да. Все, и они втыкаются, устанавливаются, и как вам надо, где вам надо. На ветру они могут колыхаться вот так вот и создавать эффект кормящейся стаи, то есть эффект такого движения. Это уже все проверено, действительно все работает. Если честно, друзья, конечно же, есть другие аналоги, да, какие-то. Ну, мне устраивает очень цена-качество, да, зайдите на сайт, посмотрите, цены не кусаются, есть там много, там намного дороже есть муляжи. Ну, как бы я всегда стараюсь выбирать вот по цене и по качеству все оптимально. Сейчас дальше я вам расскажу еще про манки, про свои. Там тоже цена-качество, там цена просто шикарная. Ну а сейчас в данный момент я вам рассказал вот о таких вот муляжах. Как они работают, я сейчас ссылочку прикреплю в описании. Охота 2019 на гуся, где мы ездили, и где эти муляжи работали просто шикарно. Гусь садился, просто сразу шел на посадку к нам. Поехали дальше. Так, друзья, ну и конечно же расскажу о маночках. Да? Многие знают, какими манками я работаю. Подманиваю гуся. Кто видел прошлую охоту, вот, которую я недавно вам рассказывал, прикрепил, да, ссылку в описании. Видели, как работают эти манки, как подманивают гуся. Я взял их в том году первый раз, и, друзья, я не разочаровался, потому что действительно, вот только где-то, мне кажется, такое чувство, что я собрал гуся вообще со всех близлежащих болот. То есть где-то даже они сидели, слышали, тут же поднимались и летели к нам. Очень хороший звук, очень хорошее звучание, друзья. Эти манки сделаны вручную, все вручную сделаны, вручную собраны и вручную настроены специалистом. Ну, как ребята говорят на сайте, специалист 10-летний стаж, да, 10-летним стажем регулирует эти манки. Манки сделаны из дерева сибирской березы, то есть дерево, которое очень, как сказать, устойчиво к атмосферным, да, всяким явлениям, к морозам, к дождю. Оно пропитано нетоксичными водоотталкивающими материалами. Я вот даже ронял в воду манок, потом брал его и пробовал опять манить, никакого изменения звучания нет. То есть шел дождь, они были во влаге, да, друзья, и просто вот им год, они провисели у меня, никакого расслоения, потрескивания, все. Манки как будто новые, вот как будто только что ко мне пришли, друзья. В этом году я заказал еще один маночек, у них новинка есть, SE14 на белолобого гуся. То есть здесь более легкий выдох, более легко работать. Вот раньше у меня был вот такой, он сейчас есть, да, SE12, это мой любимый вообще манок. Я им манил в том году, вот только им манил, да, ну пробовал еще другими, да. Но если честно, вот SE12 я просто влюбился в этот манок, я работал в основном только им. Очень легкий на выдох, или как там говорят, очень легкий на выдох, да, то есть не надо напрягать легкие, и очень легко им варьировать звук, да, то есть либо подманивающий звук, приглашающий, либо там звук кормящейся дичи. Вот именно 14 серия, новинка, мне нравится ей манить в данный момент, вот сейчас, да, я тренировался, пробовал, как только мне пришел этот маночек. Именно призывной, да, звук гуся, то есть где-то далеко стая идет, им очень хорошо, удобно, вот настройка такая у него, что очень удобно призыв делать гуся. А вот этим вот 12-м очень удобно уже, когда гусь подошел, делать вот такое вот бормотание. Сейчас попробую вам показать, друзья. Это 14-м я сейчас буду делать, как бы призыв, да. Понятно, да, вот я не скажу, что я супер манящик, манильщик, да, мне, конечно же, сейчас в комментариях напишут люди с большим опытом, что тебе еще учиться и учиться, я не спорю. Просто мне вот, например, вот 14-м манком его настройка делать, приманивать, да, куда-то издалека.
А вот именно 12-м уже, когда гусь подошел, очень удобно им более такое бормотание, кормление, да, делать. Я, конечно, если честно, еще с профессионалами этой охоты, с людьми большим опытом не ездил на охоту, да. Все приходится понимать, ну, со своим опытом. Смотрю где-то видео, да, в интернете, как манить нужно. Ну, в том году, я говорю, я первый раз вот с этими манками работал, друзья, и гусь подлетал. И действительно, мы собрали гусей, вот такое чувство, всех близлежащих болот, он прилетел именно к нам и подсаживался к нам на муляжи. Очень здорово, мне очень понравилось. И, если честно, сам узел разбирается очень легко, всего три составляющих, да. Вот сейчас буквально я начал разбирать, он у меня тут отошел, я сам быстро все собрал, быстро настроил, как мне удобно, и вот он опять работает. В комплекте идет, друзья, запасной еще один язычок, вдруг у вас сломится, он будет работать. В общем, манки шикарные, друзья. Заходите на сайт, посмотрите, там огромное количество их всяких разных манков. Вот видите, это новинка 14-я. Очень мне понравилась и очень хочу я ее проверить, как она работает. Так, друзья, ну что, а сейчас подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Заходите по ссылочкам в описании. Я оставлю все ссылки на манки, на скрадок, на муляжи. Заходите, приобретайте. И удачной вам охоты тем, кто открылся. Ну, а тем, друзья, кого все-таки закрыли, я думаю, что на следующий год нас ждет. И этой осенью, и на следующий год весенняя охота у нас будет просто шикарная. Всем удачных выстрелов. Ни пуха, ни пера. До новых встреч.